прав. Вот мы учим, что вот наша цель прийти к ощущению, именно к ощущению, к раскрытию того, что все исходит от одного источника. Но вот пока мы не пришли, мы это учим, и мы на уровне знания понимаем, что так все устроено. И вот вопрос, как это знание помогает, а когда оно, наоборот, мешает, ну, как бы отдаляет, затуманивает, то есть на уровне ниже знания, может быть, или самого знания, ну, расслабляет, что ли, нас тем, что мы это знаем. Закольник нас летит кун. Это все входит в исправление. Неважно, насколько мы понимаем, чувствуем, осознаем это или нет, нужно просто продолжать, насколько это возможно. И тогда вы увидите, что монета за монетой складывается в большой счет. И так мы приходим к исправлению. Но исправление, к которому мы сейчас приходим, это исправление полного клея, когда весь мир находится сейчас в изменениях, и он этого не понимает, потому что каждая часть, государство, народ, континент, все хотят находиться в каком-то изменении сами по себе, их другие не интересуют. То есть, насколько я могу быть эгоистом, я воспользуюсь этим, насколько я могу отделиться от всех, я отделяюсь, и насколько я могу причинить вред всем, я причиню. Все это большой эгоизм, с одной стороны, он требует этого от нас, с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что если исправление общее, то насколько каждый отнесет себя к общему этому исправлению, он выиграет. И здесь мы увидим сейчас изменения во всей реальности. Эгоистические желания у каждого народа и процессы исправления, которые будут проходить по всем. Это таким образом сейчас будет происходить. До сегодняшнего дня это не было настолько ярко выраженным, но сейчас это начинает раскрываться, что мы все больше и больше связаны друг с другом, и насколько мы стараемся разорвать связи между нами и отдалиться, это только приведет к большому ущербу.